Привет, ребят. Привет, дорогие. Что ж, я вновь вот на берегу прекрасной реки Тереха, ну, точнее, одного из ее рукавов, который, по моему мнению, еще больше обмелел, чем в прошлом году, то есть еще больше вода ушла, и видно такую же крутизну берегов, где, в принципе, на этом месте в прошлом году, да и каждый год фактически я ловлю щуку. Вот, не знаю, как сегодня, я первый раз вот в этом сезоне открываю охоту на щуку, именно охоту, потому что щука — это хищник. Ну и вот здесь мы были и с Максом, и с Олегом, охотники с нашего коллектива. Ребята, привет вам. Вот все, в этом сезоне я один, открываюсь один, и погода меня застала вот такая на этот раз. Да, стоит такой противный холодный ветер, сильно похолодало здесь, идет такой мелкий, накрапывает моросящий дождик. Причем я приехал, еще буквально было, ну, плюс 10, плюс 12, а сейчас вообще похолодало. Ночью минус было, а сейчас где-то, ну, плюс 3, наверное, всего. Ветер неприятный, рябь такая идет. Он порывами то стихает, то опять. Вот это тот самый. И, кстати, здесь вот выкосили все, вырубили этот ракитник, а в нем ведь было очень здорово сидеть. Вот там за заводинкой я сидел, выкидывал чучела на утку. Ну, сейчас не до утки, ребят. Такая погода, конечно, не знаю, что мы вообще нарыбачим или на охоте. Мужики там по берегу, он вроде ходит, что-то кидают. Тем не менее, красота. Уже такая, можно сказать, поздняя осень. Еще где-то, конечно, ну, вот березки желтые. Они позже всех будут сбрасывать листву. Посмотрите, вот этот островок. Ну, вырубили, ладно. Да, мы туда с вами еще пройдем. Вот не знаю, я вообще охотничьи сюжеты делаю, не только там про охоту, меня многие смотрят, охотники в основном. А вот не знаю, нравится ли вам такой формат, ребят, рыбалка именно по малым рекам. Я не знаю, я вот у меня вот такая вот грибная, обычная Уфимка 2.0 лодка, ПВХ-шечка маленькая, одноместная. Не знаю, там я смотрю сюжеты с эхолотами за полмиллиона, там еще бог знает чем, катера там... Не, ну, это тоже, конечно, рыбалка такая спортивная, но я вот по малым рекам тоже со спиннингом недорогим. Кстати, сейчас вам расскажу, у меня обновки есть, покажу, похвастаюсь. Не знаю, напишите, нравится ли вам такой сюжет, рыбалка по малым рекам, щука, окунь там. Ну, в основном я люблю щуку ловить, на большую воду на такой лодке, конечно, не выйти. Не знаю, если нравится, ну, да, я выкладывал сюжеты с рыбалкой. В основном природа, конечно, у меня, поэтому на такие огромные трофеи тут рассчитывать, ну, нет никакого смысла, ребят. Это, наверное, идите тогда на другие каналы за огромными трофеями там, вот, смотреть тоже, но у меня вот так вот. Поэтому, не знаю, ну, спасибо, что смотрите, вроде отклики положительные, напишите. Давайте похвастаюсь. Значит, вот прям перед сезоном приобрел я вот такой спиннинг, это фирма Maximus. Циркон модель, вот его модель полностью написана, 5.25 фаст и 2.40 по длине. Значит, это бюджетный абсолютно спиннинг, стоит он копейки, в принципе, но до этого у меня Шимано Катана была, там 3.14 вообще, он такой не ультралайт, просто лайт. Ну, уже так старенький, да и хотелось немножко горизонт расширить. Почему именно 5.25, а не, опять же, 3.14 или там 7.30 с чем-то? Ну, потому что я не олигарх, ребята. Я прекрасно понимаю всех тех, кто скажет, что нет универсальной снасти для различного вида рыбалок. Надо под каждый вид рыбалки подбирать свою снасть. Это правильно и понятно. Ну, к сожалению, вот у меня финансы так не позволяют делать, поэтому... Хотелось захватить и чтобы на резинке окушка половить, поджиговать, и подвичить рывковой, не люблю это слово, рывковой проводкой воблера покидать на щуку. А в принципе вот этот спиннинг для этого и предназначен. Конечно, больше это, ну, джиг, но и твичить тоже можно. И уже я, кстати, летом на него пару щучек поймал. Практически он у меня, ну, еще не совсем разловился, но уже... Вот, и катушку новую взял, это Дайва Легалайз 2500. До этого стояла тоже Дайва Экселлер, по-моему, называется, 2000. Почему 2500? Ну, опять же, некая такая универсальность.
Вот. Это из недорогих серий, тоже бюджетные, есть и дороже, там Фуэго и так далее. Я такую взял, прекрасная катушка, уже бросал, отлично. Летит все. Ну и шнур, шнур это Sunline, это восьмижилка Sunline, по-моему, 8 или 10 килограмм на разрыв. Вот на шнуре, ребята, экономить вообще я бы не стал никогда. Вот и поводочек, обычный стальной поводочек, вот такой, не стальной, нет, вру, это титановый поводок, причем он 25, а надо было бы 30-ку, ну, вот какой был у меня в загашнике. Это вот что из обновок, посмотрим, как он сегодня будет работать. Ну и традиционно я еще покажу, вот, да, тут всякие резинки, это понятно. Ну вот у меня 93-й, это оригинал. Японский воблер Ridge 93, он, по-моему, на метр полтора заглубления. И вот как раз сейчас, наверное, когда воды нет, это, как он, float, да, называется, 90-й, небольшой. В принципе, вот как раз-таки поверхностное у него заглубление при рывках где-то до 50 сантиметров всего, по-моему. Или я путаю, может, до метра. А еще взял вот такие вот два воблера, это Китай, но это неплохой Китай, ребят, если что-то вообще будет ловиться на фирменные, я попробую вот эти воблеры, если на них будет ловиться, ну тогда вообще мы с вами сделаем определенные выводы. В общем, начинаю, время уже полтретьего, ну я думаю, что если пойдет, часам к 4, потихоньку буду идти вдоль берега, показывать вам, как что. Сейчас здесь пару забросов сделаем и пойдем туда, в заводину, посмотрим вообще, как там дела обстоят. Ни хвоста, ни чешуи. Ветром не унесло. Не знаю, ребят, что мы сегодня тут нарыбачим с вами, но надо пробовать. Так, первый забросик. Можно было подальше, конечно. Ну, в конце концов, может быть, и 93-й надо было ставить, не знаю. Посмотрим. Сейчас потихоньку начнем. Дальше видно будет. Да, вон видно дно совсем. Ух ты, нифига себе! О! Вот это что, ребят? Ну, сидит же что-то, нет? Ну, явно же что-то сидит. Да, 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 сидит, сидит, ребята. Ну, видимо, небольшая щучка. Маленькая совсем, скорее всего. А, это окунь, ребята. И окунь неплохой, кстати. Ух ты, здравствуй, окунек. Слушайте, так тут окуня полно. Ну, красота ведь, хороший окунь. Ну, нормально, сейчас мы его даже на куканчик посадим. Так можно и окуней тут понатаскать будет. То, что воблер работает и на окуне, это я тоже знал. Так что, видите, как щуки нет, но хоть окуня половить. И вот отсюда прям такие мощные всплески вот с этой, с этого бобровника. Мы его на куканчик сразу. Пусть тут себе и плавает недалеко где-нибудь. Так, ребят, давайте попробуем. Что воблер все-таки это эпизодически, это крупный окунь. А вот на небольшой есть у меня вот такая вот двоечка. Это Black Fury. Это Мэпс. Вот такой двоечка именно. Ну, может быть, на такую пойдет. Может быть, еще вот такая троечка. Давайте троечку тоже Мэпс. Вот, наверное, тройка, кстати, самая такая и будет хорошая. И летит она неплохо. Сейчас вот на нее попробую окушка. Так оно и бывает. Пришел на щуку, наловил окуня. Стандартный вариант. Так, сюда. Попробуем вот на такой мэпсик. Вообще должен, окунь любит такую блесенку.
Единственное, конечно, да, полетела она, неважно, ну ладно. Поверхностная она такая. Ух ты, совсем неважный заброс. Так, возвращаемся к изначальной тактике. Был бы, конечно, клёв, а ух ты, там какой-то выход-то я слышал, вроде бы. Да, щука, когда выходы, она прям так бьет, бывает, аж страшно становится. Берега, да, берега немножко изменились здесь. И вот эта заводина была вся в зарослях, вся в кустах, растительности нет. А щука все-таки любит растительность, ну, не знаю. Сейчас сюда дойдем, давайте попробуем. Я вот туда бросанул. И здесь попробуем. Берега заилены. Растительности нет. Я думаю, что она, скорее всего, отошла отсюда. Хотя... Даже намека, ребята, абсолютно ни на одну подклевку. Потому что воды тут нет. Просто нет. Конечно, я думал, еще хоть как-то, но вода отошла, будь здоров, как. Опа, ребята. Обалдеть, сошла, елки, вы видели, ребята, сошла щука. Ну надо же, а. Да, сошла под конец, ну смотри, нет, есть она тут. Ну такая, где-то может быть грамм 500 даже. Ну это уже приятно, ты смотри-ка. А че же она так не засеклась-то у меня? Опа, есть, она же. Вот она же. Скорее всего. Ну, малыш, карандаш. Ну, на уху нормально. На уху пойдет. Стой. Ну, ребята, ну, шицу, да. Ну, бойкая какая. Маленькая, бойкая. Я вот думаю, что... Если так тут сейчас пойдет, это дело все. Я просто сейчас сюда переплыву. Ну, в принципе, на сковородку или на уху пойдет. Это нормальный карандаш. Таких берем, поэтому, в принципе, вот первый трофей. Я думаю, сейчас я просто сюда переплыву вместе с куканом. Если она тут вот стоит, вот на этой заводе, то буду здесь и продолжать рыбачить. Так, а если что, потом ее можно всегда будет отпустить. Ну, ребят, красота. Это прям удовольствие. Один сход и одна есть. Небольшая, правда. Может быть и стоило отпустить, но я посмотрю, потому что все-таки я в походе в таежном, и мне надо что-то кушать, то есть уху варить, жарить, может быть. Поэтому здесь уже не выбираешь. Ну, вот она, нашел я. Здесь она стоит, вот в этой заводине. И да, я чувствую, что такой опять мелкий дождь пошел. Хотя ветер сильный, может и сдует еще. Небо-то вроде даже там высокое какое-то. Будем надеяться, что не будет сильного ливня. Пока есть клев, продолжаем. Выход я видел, там был. Попробуем еще. Ух ты, жижа какая тут. Очень заилена, конечно. И вот эти кусты меня смущают. Да ладно. Ой. Правильно.
попробовать. Да нет, вон какой-то выход-то есть. Небольшая щучка-то тут должна быть. Опа, есть, а это она и была, ребята. Она опять такая. Вот, пожалуйста. Опять такая же, ну, примерно. Что за мелочь сегодня, а? Да, вот она такая тут и стоит. Не знаю, пока возьму на уху, а дальше посмотрим. Вот он, выход был, и вот она взяла. Хвастаться, конечно, особо нечем, но хотя бы на безрыбье и рак рыба. Возьму на уху. Ну, такие-то вот сразу видно слабые выходы. То есть, может, еще по времени, попозже она подойдет. Она гуляет, вот она не стоит здесь. Да ладно. О, ты. Куда повела? Вот так я ее даже... Такая же щучка. И смотрите, я ее даже не поймал, а я ее, в принципе, вообще забагрил. Обалдеть. То есть она вообще не берет. Прям с мясом вырвала. Ну, ты смотри, какая щука непослушная. Да, маленький вообще карандаш, ну, грамм, может быть, 300, не больше. 300-400. Ну, в принципе, на малых реках-то можно брать это. Ничего зазорного нет. Я, ребят, вот не сторонник, знаешь, там это. Если уж совсем такой маленький, я отпущу, конечно. Но здесь, ну, какой смысл, если мне готовить надо? Я рыбу-то ловлю. Ну, во-первых, прежде всего себе. А потом, если что покрупнее, то и в семью привезти. Кушать надо. Вот это речная рыба, вкусная, чистая. Дикая рыба. Почему не брать? Не знаю, у кого-то... Ну, у всех разный подход. Ну, у меня такой вот подход, ребят. Так что, хоть и мелоча, но все равно. Пока беру, вон какие следы здесь интересные. Бобры, наверное, походили. Так что уж не обессудьте, если кто там смотрит, кто сторонник отпускать. Ну, не знаю. Мы, как бы, ребят, не спортсмены, мы охотники, рыбаки, я не знаю. Мужики местные вообще, я маленьких отпускал, и окуней, и все, местные мне мужики говорят, а что ты, говорит, отпускаешь, ты, говорит, бери. Мы, говорит, берем таких, и ничего. Так что никаких вообще вопросов. Я говорю, совсем маленького жалко, а таких вот сковородочных, в принципе, щук, ну почему бы не взять. Если оно другое не ловится. Есть, есть, ребята, есть. Это даже, по-моему, что-то поинтересней. Ух ты, есть. Ничего себе, да, это поинтересней. Что там фрикцион-то затянут? Обалдеть. Ну как, да, 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 да. Вот это уже поинтереснее, ребята. Ну это уже грамм на 800, ну может 600. Ну, ну такая грамм 600, наверное. Я весы... Батарейки, по-моему, не поменял. Ну и тут взвешивать-то чего? Тоже, ну небольшая, конечно, по нашим с вами меркам некоторым. Ну побольше, чем те, по крайней мере. Вот это сковородочный вариант, ребят. Уже что-то. Уже радует. Ну кукан ее. О, какая.
Так, ребята, продолжаем на этом же самом месте. Этим же методом. Вот видите, как твичинг рывковый работает. И кислотный этот воблер даже в такую погоду. Опа, ничего себе, ребят, обалдеть. Обалдеть, прямо у берега взяла, обалдеть. Вот это да. И опять же забагрилась она, похоже. Да, я ее опять же забагрил. И опять покрупнее, точно такая же, 600-ка, видимо. Ох, ребят, ничего себе. Да, как-то я ее прям вообще забагрил, получается. Интересно, как же, почему же она не берет-то, ну, погриться, вот это странно. Вот это очень странно. Ну, сейчас мы попробуем воблерок взять. Вон, разорвало ей прям по мясу. Ну, это, ну, все равно, ребят, ну, какая разница? Какая разница, как поймал, все равно поймал. Ну, ты смотри, а, уже вторая щука погрится просто. Не, ну... Ну уже, ребят, о, уже, да, уже есть что показать. Так, ну давайте продолжаем. Так, не уплывут они у меня тут никуда случайно. Ух ты, и вон как распогадилась погада. Смотрите, какая изменчивая природа, да? Раз и уже синее небо под вечер. Значит, ребят, вот я вам говорил, вот такой вот китайский воблерок. Конечно, он заглубляемый, поэтому я боюсь, что будет цеплять. Это вот не тот, который у меня не тонущий. Точнее, два вот их тут у меня, этих китайца. Орбит, ну, орбит, ребят, ну, конечно, орбит 80 СП, конечно. Гроус Калчера, Гроус Культуре, тоже кислотник, вот на него попробую. Но если клев есть, почему нет-то? Давайте пробовать, потому что потерять вот такой и потерять такой, ну, это, конечно, неравнозначно абсолютно. И давайте сейчас, если что-нибудь поймаю на него, расскажу подробнее, что, как брал, где. Нанизываем. Есть. Ну, посмотрим. Я боюсь, что будет цеплять, потому что это все-таки штука заглубляется. Ну, ладно. По внешнему виду она отличается. Посмотрим сейчас, как она лететь еще будет у нас. Ну, а вдруг? А вдруг? Маленько не туда, ну ладно. Нет, идет он неплохо. Как летит, ну это такой я заброс сейчас сделал, неважный. Не клюет, ребят, не клюет, странно. Вот вам китаец. Да нет, летит неплохо, очень даже неплохо. Он примерно так же, как оригинал мой. Не, не берет, ребят. Опа, не берет. Нет, как это мелочь. Это что у нас? Так это, о, так это окушок, ребят. Слушайте, ну вот, ну вообще нормально, ребята. Вот на китайца окушок, пожалуйста. Ну такой нормальный окушок, в принципе, пойдет. Для сельской местности сойдет вполне себе. Ну, нормально, ребята. Вот вам китаец, отработал. Ну видите, когда лопаты у них, вот у этой лопата побольше. Все-таки он больше заглубляется. Получается, что вот этот идет. Их нельзя вот так вот сравнить прям идеально, потому что все-таки этот идет чуть выше дна, а этот практически по дну.
Ну, он там рядом где-то. Поэтому щука-то может и не брать. Гусь идет, ребята, гусь. Гусь прям, ох, какая стая хорошая. Вот они, красавцы. Вот он, клинушек идет. Вот они проходят. Причем, ну смотрите, в принципе-то не на кислороде. Вон они переговариваются, идут. Вот, ребята, вот это красота. Вот туда все пошел. Вот, в принципе, ради таких моментов и выбираешься. Это же просто, ну, вот так вот его увидите. Вообще на кислороде они проходят. А тут он, ну, так, я бы не сказал, что, конечно, он там на выстреле. Я как охотник же оцениваю расстояние. Но, тем не менее, он довольно низко. И это значит, что здесь все, он уже здесь. И здесь он будет осаживаться. Вот за что я люблю именно это время года. Ну, и не совсем уж поздняя осень, но уже такая. Она уже такая серьезная. Она более такая суровая. Да и край тут такой довольно суровый, в принципе, из-за объема воды, ветров, тайга. Поэтому и сам так закаляешься, в общем-то, и физически, и душевно. В общем, ребят, поэтому вот такая природа. А эта рыбалка, ну да, это тоже приятно. И сегодня такой улов-то неплохой получился. Ну, такие маленькие эти есть тоже. Они пойдут на уху, эти, может быть, на жареху пойдут. В общем, во, вообще, вон выход, пожалуйста. Надо сейчас еще продолжить. Время уже за 5 вечера. И да, начинает потихоньку. Ну, еще не темнеет, конечно, но уже. Уже начинает смеркаться. Ну как так за... Обалдеть вообще. Как она так взяла-то? Ё-моё. Ну смотри. Вот она кого гоняет-то здесь. Обалдеть взяла. Ты посмотри, ребят. На воблер уже белая рыба клюет, но это ж надо. Ну, такой улов, конечно, не трофея, но все же. И вот смотрите, это вот то, что я вам говорил. Ну, что это? Кто знает, говорите, что за рыба? Правильно, это плотва. Ребята, плотва, на воблер, плотва. Причем она ее съела. Она воблер съела. Вот как такое может быть? Всякое бывает. Но, честно говоря, первый раз я плотву на воблер ловлю. И какие-то вон выхода есть. Но это быстрее окунь. Вот такая рыбалка сегодня получилась, ребят. Не знаю. Еще раз напишите, нравится вам, нет. В общем, в принципе, я еще раз говорю, я ловлю себе на еду. Я ловлю себе на уху, на еду. У меня плотва, окуни и щуки. Вот, пожалуйста. Сейчас мы это все дело взвесим. Я посмотрю общий вес, который сегодня поймал. В принципе, очень даже неплохо. 6670, что ли. 6600, в общем. Неплохой общий улов 6600. Ну, так для начала нормально. В общем, и плотва, без плотвы, 6600. И дождик пошел. Прекрасно, откуда непонятно.